Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить насыпной яблочный пирог по-болгарски. Он готовится где-то примерно 5-7 минут, плюс время на выпечку. И давайте я вам покажу, и в конце видео расскажу про свое мнение, что я думала и что в конце концов получилось. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Нам понадобятся яблоки, это местные яблоки, где-то здесь килограмм, может чуть больше. Манная крупа 1 стакан, пшеничная мука 1 стакан, высший сорт. И сахарный песок 1 стакан. Разрыхлитель 2 чайные ложки, немного сливочного масла. Также я беру корицу. Кроме этого можно взять изюм, какие-то орехи. Манку, сахар я отправляю в посуду, туда же добавляю муку просеянную и добавляю разрыхлитель. Сухие ингредиенты и основа для насыпного пирога готова. Яблоки мою и натираю на крупной терке. Вот получилось такое количество. Форма у меня разъемная, 26 сантиметров, бока и дно я выстилаю специальной бумагой для выпечки. Пекарская бумага, по-моему, она называется. Теперь начинаю выкладывать. Первым слоем идет сухая, потом яблоки, потом сухая яблоки. И сверху покрываю сухой смесью. Кроме этого, вот иногда в слои яблок я добавляю корицу. Кроме этого, я забыла сказать, что я еще добавляла ванильный сахар. Но это, конечно же, не обязательно. Сухую смесь имеется в виду. Сверху я нарезаю небольшие кусочки сливочного масла и покрываю весь пирог. Я заранее разогрела духовку до 180 градусов. И именно этот пирог я выпекала 55 минут. Что теперь могу сказать насчет пирога? Да, пирог интересный, необычный, готовится очень просто, быстро. Моим домочадцам очень понравился. Дело в том, что начинка превращается в такое пюре, не очень сладкое, такое оригинальное. Плюс еще сливочный такой вкус и на самом деле очень интересный такой необычный пирог, которого я на самом деле никогда не пробовала. Мои домочадцы сказали, что намного вкуснее, чем шарлотка. Так что готовь. Я буду готовить. Но я, по крайней мере, со своим вкусом не в большом восторге. Я могу его поесть, там он меня не отталкивает, но я не в очень сильном восторге. Но пирог. Пирог есть пирог, довольно-таки интересный, необычный, так что советую приготовить. Может быть, вы будете там первым поклонником этого пирога. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока.